Здравствуйте! С вами Дарья, и вы смотрите видеодайджест, в котором мы рассказываем, что важного и интересного произошло в проекте Skyway и компании SkyWorld Community за прошедшие недели. Смотрите в этом выпуске. Основатель Skyway Анатолий Юницкий в новом интервью поделился планами на 15-й этап развития. Члены правления SkyWorld Community провели онлайн-встречу с партнерами и инвесторами из Индии. CEO Юницкий String Technologies Inc. Надежда Косарева рассказала о текущих направлениях работы компании. А теперь подробнее об этих событиях. Мая вышло первое в этом году интервью основателя проекта Skyway Анатолия Юницкого. В течение часа генеральный конструктор Юницкий String Technologies ответил на множество актуальных вопросов о развитии проекта. Так, Анатолий Юницкий рассказал, что сегодня идут первые этапы по работе с адресными проектами, и в этом году компания объявит о нескольких проектах, которые планируют реализовать. Также генеральный конструктор затронул тему 15 этапов развития проекта. Инженер отметил, что на 15-м этапе компания должна построить трассу для испытаний высокоскоростного транспорта. Для этого уже есть необходимые проектные решения и сам транспорт. По предварительным расчетам, 15-й этап может продлиться около 2 лет. В заключении Анатолий Юницкий рассказал о том, каким видит будущее компании. По мнению инженера, через 5 лет капитализация группы компаний должна быть не менее 500 миллиардов долларов. Через 10 лет не менее $1 триллиона, и в работе к тому моменту будут десятки и сотни проектов. Посмотреть интервью полностью и прочитать его пересказ вы можете по ссылке в описании к этому видео. А мы переходим к следующей новости. SkyWorld Community продолжает расширять свое международное присутствие. 23 апреля в формате онлайн прошла встреча инвесторов и партнеров Индии с членами правления SkyWorld Community. В ходе встречи члены правления краудфандинговой платформы рассказали о будущих направлениях работы SkyWorld Community, развитии струнных технологий в Индии и структуре акционерного капитала в основе финансирования Skyway. Так, член правления Алексей Суходоев поделился информацией о целях SkyWorld Community создать собственную брокерскую компанию и криптофиатную платежную систему. Другой представитель правления Владимир Маслов рассказал о том, как будут рассчитываться дивиденды для инвесторов проекта Skyway. Посмотреть запись встречи и прочитать пересказ тезисов вы можете по ссылке в описании под видео. На прошедшей неделе вышло еще одно важное интервью с представителем группы компаний Skyway. На этот раз с директором Юницкий String Technologies Inc. Надеждой Косаревой. В новом видео Надежда Косарева рассказала о направлениях работы компании и коммерческих проектах. Так, директор Юницкий String Technologies отметила, что несмотря на проблемы, которые создала пандемия в прошлом году, компания смогла сохранить основной коллектив и продолжить наращивать темпы работы. Также госпожа Косарева рассказала о том, что сегодня у компании в работе находится 2 коммерческих предложения и несколько проектов на стадии подписания. В заключение директор Юницкий String Technologies выразил надежду, что даже когда в компании будут работать 1000 сотрудников, они смогут поддерживать близкую коммуникацию внутри коллектива. Посмотреть интервью и прочитать его пересказ вы можете по ссылке в описании к этому видео. Это были все новости на сегодня. Подпишитесь на YouTube-канал SkyWorld Community и включите уведомления, чтобы не пропустить следующие выпуски видеодайджеста. До встречи!